отключились от всех коммуникаций дома, сделали отдельные коммуникации, значит, включая кондиционирование, вентиляцию, поставили вот новое оборудование. И сегодня в первую очередь мы ее открываем для того, чтобы людям было комфортно и удобно. Это филиал нашей первой поликлиники. Значит, ну, он большой филиал. Он будет обслуживать население. Сейчас 25 тысяч. 25 тысяч. Но это добрый, добрый район наш, сельский. Допустим, такой, как Ивановский, там еще какой-то, значит, столько обслуживает. Поэтому мы придаем очень большое значение. Я думаю, что вот к дню независимости мы откроем еще вторую половину этой части. Значит, поэтому мы откроем половину уже этого здания. Даст Бог, все будет нормально. К концу года или начале следующего года мы завершим реконструкцию этого филиала и получится совершенно другие условия. Но с учетом того, что облздрав отдел у нас есть только облздрав. Нет еще пока. Да. Но мы имеем, да, договоренность с Крапивиной. Все, что мы делаем новое, то, что самое дорогое, они нам покупают и дарят. Вот, значит, поэтому мы воспользуемся и этим условием. Поэтому я сегодня вот, приехал сюда, чтобы на коротке, значит, ознакомиться, что у нас получилось, вам показать. Значит, и в преддверии дня 8 марта открыть эту часть, чтобы она была открыта для людей и служила людям. А к дню независимости мы откроем еще новую детскую поликлинику, огромную, красивую. Ну, стандартная поликлиника для такого класса обслуживания должна иметь примерно 7-7,5 тысяч квадратных метров. А Птичук будет иметь в той поликлинике 9 тысяч. То есть она может сделать отличный стационар дневной. Детки могут приходить, пролечиваться, не ложась в какую-то больницу, если надо будет наблюдение, процедуры какие-то проходить и так дальше. То есть то, что сегодня в одном месте берутся, в одном месте доктор слушает этого ребенка, в втором берутся, значит, анализы, в третьем, значит, проходят какие-то процедуры, в четвертом еще что-нибудь, какие-то процедуры, там лечат зубы, а там еще что-то. Это все будет в одном месте. Я буквально разговаривал недавно с одним из наших инвесторов, значит, он наш земляк, Александр Михайлович Толконица, и вот он пообещал купить уникальное значит, оборудование по ранней диагностике значит, очень такого серьезного заболевания, которое сегодня, к сожалению, есть у наших детей. Это сколиоз, искривление позвоночника. Значит, ну, понятно почему, да? Потому что компьютеры, эти сидячие, все эти дела, они, вот два таких пагубных явления, как зрение и сколиоз. Значит, на ранней стадии их надо обнаружить, принять меры, и это самое, вот оборудование, там оно более 60 тысяч евро, по-моему, стоит, он покупает и дарит к открытию этой нашей больницы. Значит, ну, кроме этого, там тоже будет много любого другого оборудования. Поэтому сегодня по вопросам медицины, вот два таких вот объекта, потом мы открываем новый компьютерный томограф и магниторезонансный томограф первой больницы. Старый томограф, магниторезонансный томограф, мы уже его вырежем и выкинем, потому что он уже устарел. И морально, и физически уже дальше работать не будет. Получается так, что, допустим, компьютерный томограф сегодня в городе Бресте 2. Ну, естественно, тот, который последний, он самый хороший. Значит, самая большая разрушительная способность, и скоростная, и по возможностям, это нашего компьютерного томографа, который находится у Бабича в первой городской больнице. Поэтому и думаю, что и вот этих филиалах, и в новых поликлиниках мы тоже будем иметь самое суперсовременное оборудование.